Сниму вам небольшой обзор с фабрики по производству. Первый этаж. Производство идет массовое. Подготовка. Идем дальше. Также склад с матрасами. В начале бизнеса фабрикант сам начинал с матрасов, с продаж матрасов. Потом стал очень богатым, говорят. И начал по производству мебели. Это склад, где у них хранятся уже готовые товары. Просто без конца, вот так вот, целый этаж. Дальше идем, опять же, матрасы, прилегающие к матрасам, все для производства. Также цеха по производству, которую я хочу посмотреть. И сразу покажу вам, как это все делается. Джакард. Помните, мы какое-то время назад были на заводе по производству джакард тканей. Вот она и идет уже. Тут все отшивается. Рабочие спят. Вот один, второй. Дальше идем. Это ковали. Готовится. Такую кровать мы тоже должны заказать скоро. Это цех по переработке. Шитью кожи, материалов здесь в основном этим занимаются. Так, швеи. Вот они. Готовится. Вот уже производство. Такие стулья. Мы ранее показывали. Смотрите, вот и производство само. Дальше идет производство, все уже готовится к сборке. Тут все на этой фабрике происходит на месте. И матрасы, и ткань. Ну, ткань, понятное дело, закупается. А остальное, как видите, все здесь на месте происходит. Тут прям целый район. Несколько домов, где рабочие живут. Несколько домов, где... Несколько зданий. Имеется в виду, где все происходит. Вот матрас. Даже опять. Смотрите, кровати здесь идет сборка. Я вам покажу. Раньше это было деревянным. Сейчас используют уже металлический. Опять же, металл. Опять же, металл. Что значит прочность? Гарантированно. Все модели уже идут стандартом с металлическими. Внутри дерева. Здесь металл. Мы как обычно в обед, поэтому свет все выключено. Я особо и не попросил, чтобы включали. Все. А вот и заготовки для кровати. Они быстро делают, чтобы как можно быстрее заказы выполнять. Но в то же время, опять же, заказы 30 дней на этой фабрике. Это связано с тем, что заказов много. Опять же, рабочие спят в своем же производстве. Диваны. В основном все диваны, кровати, сборка. Вот, собственно, и все, что происходит в данном здании. Тут дальше я вам покажу, что это здание здесь дальше. Проходит, стройка еще идет, а тут уже ли покраска, не покраска, сборка тоже так же идет, вон, отгрузка идет. И как-то все на этом. Обращайтесь, будем рады сотрудничеству.